А знаете ли вы, что за день сегодня? День зимнего солнцестояния. С завтрашнего дня светлое время суток начнет понемногу расти, а значит, время повернуло к весне. В народном календаре эта дата называется Анна Зимняя. Потому не забудьте поздравить с именинами всех известных вам Ань. Наши предки верили, что в день зимнего солнцестояния, когда светило располагается в самой нижней точке небосклона, оно оказывает положительное воздействие на людей. Поэтому 22 декабря принято загадывать самые сокровенные желания. Они обязательно сбудутся. Но запомните одно важное правило. Чтобы мечта точно осуществилась, ее нельзя нигде и никому озвучивать. 22 декабря не ссорились, не обижались и не грустили. Считалось, что с этого дня у людей уменьшаются силы, тем более если их не накопилось достаточно, а значит, понапрасну их тратить не стоит на переживания и выяснение отношений. В честь набирающего силу солнца принято было печь блины и угощать всех подряд. Если на Анну Зимнюю лежат большие сугробы, а иней покрыл деревья, то год будет урожайным, а под Новый год пасмурное небо. Яркое солнце сегодня говорит о такой же погоде в Новый год. А если вокруг солнечного диска появились светящиеся столбы, помимо морозов, также выпадет много снега. Успешного дня! Увидимся завтра! Выбирай новогодние подарки заранее вместе с Макси. Бытовая техника, ювелирные украшения, нижнее белье, парфюмерия и игрушки. Большой выбор и отличные цены только для вас. Уютный шопинг всей семьей без очередей. Макси – пожалуй, лучшее место для покупки новогодних подарков. В любой день недели, в любое время года в Макси всегда хорошая погода.